Всем привет! Вы на канале PlaySport. Сегодня мы с вами посмотрим ряд лучших прыжков с метровой платформы с чемпионата, проходившего в Риме в 2022 году. Все эти три спортсменки титулованные, и это Лаура Валор, Мишель Хемберг и Дафни Вилс. Ну что, поехали? И первый прыжок мы посмотрим датской спортсменки Лауры Валор. Хоть она и юная спортсменка, но довольно уверенно держится на этом чемпионате. Прыжок она выполнила хорошо, все элементы выполнила чисто. Единственное, что вход в воду был немного грязный, не смогла погасить и забрать с собой брызги. Из-за этого она получает 45,6 балла. Второй прыжок выполняет Мишель Хемберг. Мишель входит в основной состав швейцарской сборной. Выполняет она задние стенки, один оборот вперед, сложившись. Прыжок она выполнила отлично. По баллам она получит выше, чем Лаура. Вот если бы она смогла выполнить чисто вход в воду, то получила бы намного выше балл. По оценкам получает за этот прыжок 50,40 балла. Выполняет Джейд Миллер. Коэффициент этого прыжка невысокий, всего 2,4. Готовится выполнить Миллер один оборот, вперед сложившись. Хорошо, сейчас мы видим, как она распрыгивается и отлично исполнила прыжок. Надо отметить, что на равне пока идет Джейн с Еленой Берточчо. Спокойно и уверенно, чистенько все исполнила. Оценки ей выставили, судя, такие же 49 баллов. Ну а мы смотрим третий заключительный прыжок. Выполнять его готовится Клэр Крейн. Клэр чувствует себя очень собранно на этом чемпионате, очень уверенно держится. Вау, вот это прыжок, вот это мастерство. Идеально сделала сальто, превосходный вход в воду. Посмотрите, как чистенько она забрала с собой брызги в воду. Заслуженно получает Клэр 50,40 балла. А если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какой вам больше всего понравился прыжок. Всем пока!